Спонсор показу – торгова марка Colgate Optic White. Телеканал ТЕТ оголошує війну з несмаком та відсутністю стилю. В ефірі програма для всіх модниць «Богиня. Нова колекція». Абсолютно нові правила вимагають від дівчат спробувати себе в ролі стилістів. Віднині вони вдягатимуть одна одну. Головний рефері поєдинку – неперевершений Данило Грачов. Не залишився Осторонь і Олексій Дурнєв. Тепер він має право на свою суб'єктивну оцінку. Поїхали! Цього тижня богиною нової колекції прагнуть стати Аліна Македонська, 23 роки, домогосподарка. Олена Зебра, 30 років, співачка. Аліса Фей, 26 років, співачка. Поліна Логунова, 24 роки, телеведуча. Учора дівчата вдягали Аліну на трак-рейсінг. Дух перегонів та смак Аліни найкраще відчула Олена Зебра. Саме в її вбранні Аліна ганятиме на автомобільних змаганнях. Сьогодні вівторок, тож три учасниці підбиратимуть вбрання для розкішної блондинки Олени. Привіт, дівчонки. Привіт. Мене звати Лена Зєбра. Привіт, дівчонки. Мене звати Льоша Лошадь. Мені 30 років. Пою в групі. А що за група, розкажи? Поп-група. Як називається? Зєбра називається. Про Андрюшу, да? Да, про Андрюшу. Про Андрюшу, дівчинки. О-о-о! Без тебе, Андрюша. Без тебе, Андрюша, без тебе. Мне кажется, что Григорий Суркис иногда поет эту песню Андрею Шевченко по телефону. «Зебра» — это еще одна очередная никому неизвестная группа. Зачем в это вкладывать деньги, силы, я понятия не могу. Мы очень крутились довольно долго на многих каналах и по радио. Поэтому, если вы не слышали, то это ваша проблема. У шоу-бізнесових колах Олену знають як білявку із дуету «Зебра». Вона незмінна солістка та старожил гурту. Нещодавно спробувала себе як кліпмейкер. «Где ви берете деньги на творчество?» Ну, опять-таки, там, где все артисты. Ну, понятно. Жалко, что она не закончила эту фразу. На самом деле, полностью эта фраза звучит так. А где вы берете деньги? Ну как? Ну, там же, где все артисты. Олена – найстарша і найуспішніша серед дівчат. Тож красуні слухають її із роззявленими ротами. Цікаво, яке завдання вона вигадає для своїх конкуренток. У мене скоро, кстати, день рождения. 46. І я хочу, щоб ви мене одели на день рождения. Что вообще за задание такое? Одеть меня на день рождения. Как по мне, это довольно-таки скучно и неинтересно. Спонсор показу – торгова марка Colgate Optic White. Спокуслива білявка віддає перевагу дорогому та розкішному одягу. Любить шокувати публіку відвертим вбранням. Щоб дівчата краще відчули смаки Олени, вона демонструє їм свій гардероб. Вот, например, последний свой день рождения. О, Боже, какая дичь. Какое яркое, прям такое, глаза да, сразу бросаются. Да, я праздновала в этом платье. День рождения был тематический, мы представляли свою новую песню «Солнышко», но я хотела быть апельсинчиком. Солнышко, я хотела быть апельсинчиком, группа «Зебра». И тете сколько годков? Говорит, что 30, то есть в лучшем случае 38. Мне очень понравилось апельсиновое платье. В нем бы я вышла на сцену полный отстой, она все-таки не кукла Барби. Одеваюсь как хочу, как мне нравится, и это мое право. Даже если это какое-то концертное платье, оно выглядит плохо, это не актуально, это не модно. Это платье герой нашей постоянной рубрики «Сжечь». Следующий наряд – это вот такой, я не знаю, пиджак, у которого убрали рукава. Пиджак, у которого убрали рукава, это как штаны, у которого убрали штанину. В смысле? Это жилетка просто. Вот это вот пиджачок без рукав, чик, я одевала на последний день рождения своего салона красоты. Похороны даже, я бы сказал бы, а не последний день рождения. Закрыли салон красоты, открыли группу «Зебра». То есть петь про Андрюшу – это лучше, чем стричь людей, судя по всему. В общем-то, неплохой жилет. Нормально он выглядит. Я не понимаю, насколько он короткий, чтобы оценить, нужны ли еще какие-то вещи ему. Но так, сам по себе, выглядит ну, не так уж плохо. Следующий наряд. У меня парень байкер.
Ты ездишь тоже на байке, ты не боишься? Я не вожу, я, как это сзади называется, напупница. Ну, это так более, да, прилично. На жопнице это называется. Ну все, девчоночки, желаю вам приятно провести время и подыскивая мне костюм к моему дню рождения. Я, наверное, обязательно чей-нибудь наряд одену. Конечно же, Лена мне конкурентка, поскольку мы с ней работаем в одной сфере, это сфера шоу-бизнеса. Я считаю, что Лена Зебра мне далеко не конкурентка, потому что стиль у нее довольно-таки пассивный, он никакой. Спонсор показу – торгова марка Colgate Optic White. Три модниці озброїлись параметрами головної героїні. Вони одягатимуть модницю на святкування її дня народження. На шопінг у Аліси, Поліни та Аліни лише 2 години. Бюджет незмінний – 2000 гривень. Час штурмувати модні крамниці. Я считаю, что Леночке это может подойти. У нее такая довольно-таки заметная грудь. Зайчик мой, рядом с твоими губами все остальные вещи просто незаметны. Ни грудь, ни ноги, ни лексусы, ни автобус, ни женщина величиной с дом. Просто твои губы. Точка. Она утверждает, что она такая все натуральная, но я бы сказала, что что-то там есть. Там пустота. Ау-у-у и эхо. Где-то там что-то она добавила все-таки. В принципе, я сама отношусь к пластической хирургии нормально, я думаю, заметно, да? Вот. Что ты такое говоришь? Конечно, незаметно. Ты сейчас говоришь, а наш оператор думает, хоть бы не проглотила камеру своими губками. Сначала он висел на тремпеле, смотрелся еще ничего. Как-то я себя немножко недооценила. Мне не нравится этот верх. Он обтягивает, он делает какие-то странные вещи с твоей грудью. Мне не нравятся эти джинсы, они тоже чересчур обтягивающие. Плюс с твоей демонической внешностью. Но это просто адский какой-то костюм получается. Объем груди 79, но я не знаю, как бы я видела Лену, у Лены там как бы, ну, как минимум 89, может быть, там просто 3 пушапа. 79 сантиметров? Боже, у меня больше. Мне кажется, даже у зебры больше, как это, наверное, у них называется часть тела, вымя. У зебры там такое вымище, что простите меня. Все-таки для шоу-бизнеса, возможно, нужны более пышные формы. И, может быть, стоит сделать, подумать о пластике. Черт, я об этом даже не задумывалась. Когда мне будет столько лет, сколько Леночке, я бы, наверное, закололась ботоксом. Закололась ботоксом. Насмерть. Baby, I surrender. Отличное платье, особенно оно подходит для выступлений в женских колониях, наверное, или в мужской колонии тоже, думаю, смотря где девочки пользуются большей популярностью. Мне не нравится это платье, мне не нравятся эти полосы, мне не нравится его длина. Мне кажется, что и для задания, которое для вас дала Лена Зебра, это не подходит. За правилами програми дівчата міряють підібраний одяг на себе, а щоб вгадати з розміром, мають підказку – табличку із параметрами головної героїні – 79, 60, 90. Дівчата, врахуйте, об'єму в грудях зебрі трохи не вистачає. Якщо у нас зараз стоїть завдання вибрати щось до дню рождення, то після цього наряду я дуже переживаю по цьому поводу. І ще я звернула увагу на цифру 79 – об'єм бюста. А я думав, це возраст. То есть она совсем мала? Что у нее с грудной клеткой? Где сердце-то хранится в этом объемчике? Я не верю, что Лене 30 лет. Мне кажется, где-то она лукавит. Причем так лукавит не слабо, годков на 8-9. Поэтому я остановилась на этом таком пальто-платье для, скажем, более строгого образа. При всем при этом есть нарядная часть у горла, поэтому можно померить и рассмотреть именно этот вариант. Точно не на день рождения. Мало блесток, мало подчеркнутой фигуры. Я
Наверное, черное. Хорошее пальто, симпатичное, мне нравится этот декор, его в меру, его немного, немало, вот все хорошо. Единственное, я не понимаю, а как она весь день рождения должна провести в этом пальто? Вот, замечательное платье, как раз на день рождения, такой праздничный цвет фиолетовый, сдержанный довольно-таки как раз для 30-летней плюс дамы. Мне 30 лет. Можете прийти ко мне, могу я к вам приехать и показать паспорт. Я думаю, что здесь Леночка вообще потеряется. Соответственно, рукав тоже будет висеть. И будет Леночка в костюме Арлекино. Есть одна награда, смех. Стоп, снято. Вы новая участница группы «Зебра». Поздравляем. Правда, непонятно с чем. Симпатичное платье. Мне оно нравится и с поясом, и без него. Подобрать правильную обувь, какую-то классическую остроносую лодочку. В общем, платье интересное, с ним можно играть. У Леночки псевдоним «Зебра». Я так понимаю, что «Зебра» это подразумевает черное и белое. Фееричная догадка. Это буквально что, где, когда. Молодец, Алиночка. Пятерка сегодня. Честно говоря, ну, зебра. Кто-нибудь это все слышал? Может, я в прошлой жизни жила в Африке, была зеброй. И вот я еще не вышла из этого образа. Тупое вложение денег. Я считаю, что если группа должна быть известна, так они должны слышать, ну, для меня, как по мне, так весь мир. Все мы знаем одного предпринимателя из Донецка, который тоже сделал тупое вложение денег. Но мы же не ругаем его за это. Let's do it! What's up, ladies? What's up, players? We doing it real big. Forget them haters. We need to celebrate and make a toast. Spread love worldwide. Каждый раз, когда она заигрывает с камерой, она тут же открывает рот. Правильно, Алиночка, товар нужно показывать лицом. Так как я люблю частенько переделать шмотки, вот, я бы немножко сузила его. В общем-то, симпатичное платье, если бы не эти жлобские танцы, которые, конечно же, все портят. А платье такое очень скромное, нормальное, выглядит более-менее прилично. Прям даже зебре неси. Интересно, вот понравилось бы это ее мужу. Она его так скрывает, как будто он какой-то старичок, какой-то дряхленький. Видимо, если даже он старичок, то старичок довольно-таки бодренький. Потому что если он на байках, они вместе ездят на байке в Турцию. Ну, ты вообще умная девочка такая, смышленная. Я сама бы не против познакомиться с таким старичком. Старичок-боровичок, мне попался на крючок. Прям автомат случайных песен. Старичок-боровичок попался на крючок, но его крючок уже не сможет ничего. Как говорила моя классная руководительница в школе, спідниця, де починається, там и закінчується. Ну, вот это вот приблизительно тот вариант. Конечно, это не платье, конечно, это туника, конечно же, этому верху нужен какой-то достойный низ, потому что сейчас это выглядит чересчур коротко. Лена у нас байкерша. Вот, я думаю, это тоже должно быть и присуще ее образе. Штаны, в принципе, шортики такие коротенькие. Я тоже люблю иногда поэкспериментировать, особенно в летнюю пору рока. Боже мой. Ты еще и несколько языков знаешь, к тому же. Полиглот. Блин. У меня, например, есть более откровенные наряды. Я не стесняюсь их носить. Я считаю, что мне есть что подчеркнуть. Мне очень нравится эта кривоватая Алинина улыбка. Она улыбается, как человек, который провел в тюрьме минимум лет 10. Она как-то так тянет в сторону. Like a fire without a flame. I need to burn again. Не устаю радоваться тому, как искусно Алина танцует и показывает нашей камере свою задницу. Если я куплю этот наряд, я думаю, Лена подумает, что я мщу за то, что у нее грудь побольше, чем у меня. В общем-то, неплохой наряд, но если его правильно носить, если его использовать не с этими абсолютно ужасными, некрасивыми, немодными ботильонами, а с какими-то босоножками или с балетками, потому что сейчас это выглядит, конечно же, как костюм для стриптиза. Крамниці спустошені, луки практично підібрані. Часу майже не лишилося. Не вистачає вагомої деталі. Ідеального взуття.
Какие нашла замечательные копытца для нашей зебры, Леночка. Под топотом копыт пыль по полю летит. Главное, чтобы не шла Саша по шоссе и сосала сушку. Наташа день рождения, поэтому... Полина похожа просто на турка, которую всех вокруг блондинок называют Наташами. Да не важно, господи, у Лены, Наташи, кто их там разберет? Зебра. У Лены день рождения, поэтому к ее наряду я возьму животного. Хорошие туфли, мне нравится эта форма, она такая классическая, мне нравится, что это не такой уж высокий каблук. А выглядят они действительно симпатично, правильно, и меня даже не смущает эта расцветка. Достаточно интересный вариант, я думаю, Лене зебре понравится. Я думаю, стоит померить. Ну, конечно же, какие бы ты еще туфли выбрала? Те, которые носила бы с удовольствием сама. Спонсор показу – торгова марка Colgate Optic White. На останніх хвилинах шопінг-забігу до фінішу прийшли всі три суперниці. Вони підібрали для Олени три луки. Задля інтриги дівчина не знає, де чий образ. Готуйтеся! На вас чекає неймовірне дефіле Олени наймоднішим подіумом країни. Вона вже в першому образі. Боже, какой яркий красный цвет. И мне идет, как любой блондинке. Если это день рождения рядом с любимым мужчиной, в романтической обстановке, то почему бы и нет? Пеньюар с цветным плащиком – это, конечно же, подарок из Донецкой области. Наряд, в котором вы наконец-то сможете соблазнить себе мужика, который подарит вам Lexus GS. Лена, что скажешь, как тебе этот образ? Ты чувствуешь себя в нем комфортно? Честно признаться, чувствую. Чувствую. А тебя не смущает, что, в общем-то, в этом образе ты больше, наверное, раздета, и это же не платье? У меня кровать пать. Ну, хорошо, в принципе. А он тогда в семейных трусах. Да. Как ты думаешь, кто из девушек выбрал для тебя этот образ? Ой, не знаю, но что-то мне подсказывает сердце, что это... Боже, чего я так улыбаюсь? Это она. Ну, в общем-то, да, это Алиса. Покраснела. Увидела со стороны, как это выглядит, и, конечно же, стало стыдно, я понимаю. Во-первых, стыдно мне не стало. Это верю. Вообще. Во-вторых, есть такой стиль, даже бельевой стиль, правильно? Есть очень много коллекций созданных как раз в бельевом стиле, майки, платья. Ты понимаешь, что ты выбрала просто нижнее белье, и это нижнее белье никакого отношения к вот этому бельевому стилю, о котором ты говорила, не имеет. Это то, что ты понимаешь. А то, что я понимаю, это платье как раз Little Black Dress. А, вот оно, Little Black Dress. Наконец-таки я его нашел. Полина, я так понимаю, тебе есть что возразить Алисе? Что ты скажешь по поводу этого образа? Ну, я считаю, что это абсолютно безвкусица. Я думала, что у Лены богатый внутренний мир. Оказывается, там две извилины, которые ни в коем случае не пересекаются между друг другом. У меня сегодня такой образ. Без извилин, престарелая. Нормально. И в белье. Да. Нормально. Мы ждем тебя здесь на подиуме, во втором образе. Вперед. Рукав, наверное, я бы сделала вот такой вот. В принципе, такое неплохое и веселое платьице. Мне кажется, в этом наряде будет хорошо обездоленным детям раздавать жевательную резинку, такую кругленькую, вкусную очень и цветную. Ну, никак не праздновать день рождения. Лена, а мне показалось, что это не совсем твой образ. Ты знаешь, все не так. Я себя чувствую, честно, вот, а король-то голый, я не знаю почему. Как ты думаешь, кто выбрал для тебя этот образ? Судя по туфлям, Алина. Полина. Полин, скажи, пожалуйста, чем ты руководствовалась, когда выбирала? Женщину должно хотеться раздевать. Поэтому ноги у тебя на самом деле потрясающие, и сейчас тебя хочется раздеть.
Алина, что ты скажешь по поводу этого образа? Красивая фигура, в общем, вообще просто супер. Леночка, ты умничка. Образ, нравится. Что, ноги, фигура и грудь. Образ как? Образ, да, нравится, скорее, чем нет. Это был твой второй выход. Отправляйся, пожалуйста, за кулисы, переодевайся, и мы ждем тебя в третьем образе здесь на подиуме. В повседневной жизни, может быть, я такое бы и одела. Правда, розовые туфли, я думаю, что слишком кричащие для этого наряда. Этот наряд, ну, точно подобрала Алиса, потому что она вбила в себе в голову, что если зебра, то должно быть белое и черное, обязательно с копытами. Понятно, что этот образ для тебя подбирала Алина. Алина, не обижайся, правда. Но мне кажется, что вот мне 40 лет, я иду на торжество. Я вообще не понимаю, куда это и с чем носить. Честно, не понимаю. Может, я немножко отстала где-то в моде? Отстала, правда? Ну, давай во всяком случае послушаем Алину. Мне кажется, что вообще как-то не в твоем стиле. Мне этот образ очень даже нравится. То, что вы видите на мне, допустим, это не в том, что я так хожу каждый день. А вот что касается Леночки, я считаю, что он идеально подходит. Алиса, что ты скажешь по поводу этого образа? Тебе он понравился? Леночка выглядит такой солидной, богатой панянкой. Честно, Алиночка, я даже не ожидала. Да. Спасибо, девочки. Это был твой третий выход на подиум. Сейчас отправляйся, пожалуйста, за кулисы и выбирай тот образ, который понравился тебе больше всего. Скажи, пожалуйста, почему ты выбрала именно этот образ, такой самый пошлый, наверное, из трех? Не знаю, потому что мне нравится красный плащ. Пошло, гадко, вульгарно. Мне ужасно не понравилось, это полная вульгарщина. Ну куда можно вообще в таком выйти? Усі деталі мають значення. Розмір, колір, фасон і навіть аксесуари. Чи задовольнили дівчата фешн-смаки Олени, дізнаємося за мить. І так, Аліні я ставлю 6 балів. Моя оценка для Полины – это 5. Я выбираю наряд от Алисы, и он получает, соответственно, 10 баллов. Об'єктивність у моди – питання складне. Таке рішення по зубах лише нашому фешн-гуру Данилу Грачову. Час йому дати свою сувору, проте справедливу оцінку. Аліса, за твой образ для Лени я ставлю 3 балла. Мне не понравилось это белье, мне не понравился этот плащ, его красный, чересчур яркий цвет. Мне вообще не о чем разговаривать с человеком, у которого подобный вкус. Вообще-то это была бы моя фраза в твой адрес. Но заметь, я промолчал. Полина, за твой образ для Лены я ставлю 5 баллов. А, в общем-то, в отдельности эти вещи симпатичны, но вместе они плохо монтируются. Спасибо, я приняла ваше внимание. Алина, я не думал, что скажу это, но за твой образ я ставлю 8 баллов. Мне он понравился. В основном мне понравилась верхняя часть. Я бы все-таки заменил эти такие обтягивающие лосины на какие-то зауженные брюки. Надеюсь, что когда-нибудь в таком образе я увижу и тебя. Договорились. Отож, за підсумками дня Аліса отримує 13 балів. Поліна має 10 балів, а найвища оцінка 14 балів у Аліни. Конкурентки підібрали одяг лише двом із чотирьох красунь. Час підсумувати бали за 2 дні шопінг-батлу. За роботу стилістів учасниці отримали такі оцінки. В Олени та Аліни по 14 балів. Поліна має 17 балів. У Аліси 21 бал. Уже завтра конкурентки бігатимуть магазинами в пошуках вбрання для експресивної Аліси. А в кінці тижня я дам свої спеціальні 5 балів одній з учасниць. Кому? Узнаєте позже. А в четвер ми нарешті дізнаємось ім'я переможниці наймоднішого шоу «Богиня. Нова колекція». Спонсор показу – торгова марка «Colgate Optic White».